Химкинские депутаты провели заседание совета, на котором приняли актуальные и необходимые решения в преддверии Дня города. В частности, определили состав горожан, фотографии которых занесут на доску почета Химок. Всего 30 кандидатур – учителя, врачи, спасатели и все те, кто многие годы трудятся на благо городского округа. Также депутаты единогласно выбрали почетного гражданина города. В этом году звание почетного гражданина было присвоено Кацыф Людмиле Еликове. Это достаточно известный житель нашего городского округа, длительный период времени проработала в сфере образования, пользуется заслуженным уважением и доверием не только со стороны коллег, но и со стороны жителей. Также ряд вопросов заседания касался муниципального контроля. Депутаты проголосовали за увеличение числа ответственных, контролирующих благоустройство в округе. Теперь их будет в 7 раз больше. По предложению, опять же, наших жителей был рассмотрен проект решения, которым количество сотрудников органов местного самоуправления увеличено до 21. С 3 до 21. Соответственно, это даст возможность более тщательно следить за чистотой в городском округе. Также депутаты проголосовали за передачу старого здания налоговой инспекции из государственной в муниципальную собственность. Его дальнейшая судьба пока неизвестна. По словам депутатов, назначение объекта будут определять жители Химок. Александр Сергеев, Вильфрид Дымковский, новости Химки ТВ.